Всем привет, друзья! С вами Сергей, вы на канале Old School Gamer. И какая уже получается 11-я или 12-я даже часть прохождения Bloodborne? В прошлой части добрались мы до босса, до бабки, ведьмы в молельном квартале Хемвик. Но в итоге я несколько раз попробовал, так и не смог ее убить, решил вернуться, израсходовать все свои души. И вот сейчас пойдем охотиться на бабку. Убьем ее, и потом еще у нас остался босс в соборном квартале. Осталось еще... еще там было место. Если помните, там, где на холмах стояли два с ружьями чувака и ходили два с топорами внизу. Я побоялся туда идти. Так что пока что есть локации открытые. Женщина, какая мерзость. Я уже заучил эту локацию. Полтора часа в ней бегали. Так, вот тут сейчас трудное место с собакой. Ну да. Ну-ка. А чё это вот там такое? Фонарик какой-то, что ли? А, это лампа, это лампа. Вот, да, сам собор. Блин, ну карта просто мега офигенная тут. Я в восторге вообще от левел-дизайна, от атмосферы. Так, тут у нас жлоб, его можно попытаться завалить. Одного удара хотел сказать, но получилось двух. Ну вот, мы уже близки к боссу. Тут трудное место с двумя вот этими жлобами. Нам надо как минимум одного убить, вот этого. Сейчас он развернется, попробуем его с одного удара. Иногда получается, иногда нет. Не получилось. Ну ладно, а нет, я думал, он не погонится. А, ну ладно. Он такой лентяй. И не попал, блин. Ахаха! Кошмар! Успокойся ты, чувак! Бешеный вообще. А ему хоть бы хны. Бежим. Нифига он там с ума сходит. Вот, блин. Прыгать будешь? А, лошара. Или нет? Нифига он меня погнал. Давай. Ха. Тупой бегемот. Не, ну серьезно, видите, какие враги тут? Через пол локации меня прогнало. Если тут враги бы были, меня бы убили. Хорошо, что назад побежал. Так, ладно, второго, наверное, трогать не будем. Там еще третий есть, на самом деле. Ну, того-то легко убить.
Вот он. Ваншот. Так. Теперь тут тоже у нас три тетки. Их всех троих убить очень трудно. Они меня несколько раз убивали. Надо их выманить и по одной. Они втроем все бегут. А он одна бежит. Отлично. Нет, еще желоб ходит. Ну ладно, желоба трогать не будем. Нас еще ждет ведьма. Ведьма, мне кажется, вот этим пилой лучше билась. Вообще, давайте в инвентаре посмотрим. Может, какие-нибудь у нас есть бафы. Ну, 4 молниевых бумаги, кстати, есть. Ну, не думаю, что мне это сейчас пригодится. Бабку можно и так убить. Не знаю, получится ли с первого раза. Попробуем. Эх, чуть-чуть бы вот прокачать еще выносливости. Чтоб можно было с одной комбо убивать вот этих тварей, которые бабка вызывает. Вот это, да, твари. Нифига она. Так, где бабка? Вот она. Вон она. А вторая бабка. Так, вот эту тварь давайте убьем. Так, ищем бабку. Вот они обе. Бабки, бабки, где вы? Вот она. Вот, да, уже две полоски жизни, две бабки. Ищем вторую. Опа. Вот она. Уже три твари.
Блин. Пусти. Твою мать, сейчас умрет. Отпусти, отпусти. Лечимся. Так. Где она? Стреляйте, вот она. Ха, халява. Фе, все просто оказалось. Я думал, их три, их две. Легко. И лампа появилась. Специальный предмет ждет впереди. Сокровище ждет впереди. Время для уважения с охотников. Вы пришли куда надо. Давайте тоже что-нибудь напишем. Вот так. Время для... Время для радости. Поэтому... Тебе нужно принять... Сокровище. И радость. О. Время для радости, поэтому тебе нужно принять сокровище. Ха, нормально написал. А тут мертвого охотника, у него инструмент мастерской для рун. О, я рун Кирилла набрал. Кирилла или Кирилла. И вот теперь смогу их использовать. Шикарно. Ну что, тут все, мы закончили. Убили бабку. Давай вернемся в сон. Посмотрим, что за руны. Да нам их хватит теперь. Еще на пару левелов. Нормально завалил вообще ведьму. Так, теперь у нас эта штука должна работать. Запомните руну Кирилла, чтобы получить ее мистическую силу. Так. У меня есть три слота памяти и память клятвы. Давайте. Причащение. Увеличивать максимальный объем пузырька крови. Конечно, беру. Вторая. Увеличивать максимум тотных пуль. Смертельные атаки приносят больше отголосков. Снижает физический урон по-любому. Эффект временного превращения. Что такое? Не знаю даже. Максимум пуль. Смертельные атаки давайте. Память нет. Вот, отлично. Пилу-штык можно усовершенствовать. Но не, не буду. Просто все починим. Мне тут написали в комментах, что эти значки, то, что я собираю, не открывают в магазине дополнительный лут. Вот как все это, значит, работает. Осколок кровавика, он продается. Клинок Людвига, может, купил бы. Хитрое оружие, которое используют охотники церкви исцеления. Говорят, серебряным мечом пользовался Людвиг, первый охотник церкви. По трансформации он соединяется с ножами и образует двуручный меч. Его конструкция несколько отличается от обычной. Он изготовлен из серебра, это значит, что церковь готовилась к нашествию совершенно иных чудовищ. Прикольный меч. Ну ладно, пока не будем. Огнемет он есть. Расхитителя гробниц. Ну так, еще больше интересного. Так, во-первых, кровавую росу используем.
И на 31 тысячу у нас сколько? 2-3 уровня должны мы качнуть. 2 уровня, а. Стойкость. Стойкость же? Да, стойкость. Чтобы у меня подлиннее была полоска выносливости. Так, отлично. И теперь куда мы хотим? Теперь нам надо... Так, дайте подумать, что я хотел. Тут что? Мастерская, нет. Тут что? Так, ну мне надо, походу... Куда? В соборный округ? Да. Наверное, да. Клинок милосердия. Охотники на охотников. Офигеть. Это как вот это. Ворона. Айлин, или как ее звали. О, проститутка. Бабка. Бабка меня не любит. Ой, это тварь. Ох ты, нифига себе. А тебя тут раньше не было, чувак. Нифига, он колдунством занимается. Ох ты, блин, нифига он. Тварь. Нифига себе, жлоб с мешком. Шустрый еще такой. Зареспаунился, раньше его тут не было. Скотина. Ничего, ща мы его. Сгусток крови чудовища. Вот я не понял до конца про вот это. Чудовищность. Опачки, нифига себе. Катсцена. Жесть, где это я? Яргул, духовная деревня. Нифига себе. Это типа из-за лимита смертей или потому что меня вот этот чувак убил новый? Типа похититель. Убил меня и в камеру заточил. Ну офигеть. Почему в камере дверь открыта? Хороший тоже вопрос, могли бы запереть меня. Так. Давайте мне факел. Будем смотреть, что тут да как. Еще и все души потерял. Хорошо, что это. Левелапнулся, не до там много было. Ух ты. Офигеть, у него тюрьма для головы. Густая холодная кровь. Безумцы без продыху вершат тайные ритуалы, пытаясь притянуть луну. Раскрою секреты. Кто все это пишет? Опа. Кто тут?
Бешеная холодная кровь. Иден навевает воспоминания. Давайте оставим тут какую-нибудь записку. Шаблон. Лучший выбор. Женщина. Рано или поздно. Время для... Время для контакта. А где мой силуэт-то? Еще раз, покажите. О! Джентльмен. Привет. Ты такая же. Что там? Знание безумца. Sure to please an upstanding member of the church like you. Oh, thank you so much, dear gods. Thank you, sir. I was seized on the street by a hulking brute in the cathedral ward and locked up here. There were many others, but they've been taken away. У меня тоже история, детка. And I've heard moans echoing in the distance ever since. Мужик с мешком. So, the hunt is on tonight. Yep. Then the streets are perilous, and every door will be shut tight. Да-да. Perhaps it isn't my place to ask, but do you know somewhere that might take me in? Иди к бабке. Thank you so much. I'll set out as soon as I can. I pray for success on your hunt. Kind hunter. I'll set up my cup. Ну, нормально, спас тетку. Помню церковь исцеления и помню специальный предмет. Да, походу, мне нужно было обязательно быть вот в этой одежде, чтобы с ней поговорить. Я когда прошлый раз играл, убил ее в итоге, потому что она никак не реагировала, и я не понял про то, что костюм церкви исцеления нужен был. А сейчас вот так получилось, что я в нем. Жизнь волшебна. Блин, ну очень круто, вот эти записочки от игроков меня прут. Так, это что тут? Искореженного ждет впереди. Ну, нифига, да, побежал действительно искореженный. Бойся чудовища. Твою мать. Сюда, падла. А он не может пройти, что ли? Шикарно. Нормально, косарь 300 за него дают. А вот еще один. И сюда, падла. Так, надо убегать.
Иди сюда. Ха, дебил. Интересно, это специально или это баг, то что они не могут тут пробежать? В принципе, ему достаточно ж голову нагнуть по логике. Берегись сильного врага. Ну уж поберегся. Записка. Ночные ритуалы алчут дитя крови. Найди ребенка и прерви его истошные вопли. О, нифига. И лампа. Лампу нашел. Шикарно. А вот и ребенок. Давай что-нибудь напишем. Мне нравятся самые большие вот. Несколько предложений. Маленький джентльмен, жалость какая. Но это кара. Человека-тварь. И реверанс. Маленький джентльмен, жалость какая. Но это кара человека-твари. Отлично вообще. Так. О, дверь. Давайте с другой стороны. А с другой стороны тоже дверь. Тоже открывается с другой стороны, окей. Луна. Руна Карила, еще одна. Твою мать! Это ж такая бабка, как... Эй, отвали от меня! Это вон как ведьма была. Так, тут у нас выход на улицу. Мне кажется, еще... Я вот снизу. Ну, нифига там, кстати, я не обратил внимания на алтарь-то. Ух, нифига тут, человека-тварь, реально. Жесть, нифига там у нее рожа какая. Что это за уродство? Блин, вообще японцы бешеные, кто все это придумал. Так, вот снизу я пришел, а вот тут еще дверь, да? Твою мать, что это? Нифига они шустрые твари. Лучший выбор засада. Воспаленный глаз. Опа. Бомжары. Не проведешь. Пузырек крови. Бойся ужасного врага. Ух, там двое этих с мешками. Ртутные пули. Ля-ля-ля-ля-ля. Простите, извините, извините, простите. Че, он не пошел за мной? Может, от него коктейли молотого кинуть? Ой, блин, напугал. Че за карлик тут какой-то?
Бежим, бежим. Нифига, он там гонится за мной. Сваливаем, сваливаем. Ну ладно, этого я сейчас убью, я думаю. Его еще один раз топором засадить, он норм. Молотком, точнее. Нифига себе он с двух ударов. Ну я тоже дурак, надо было мечом рубить. Ладно, лампа тут была. Все, лампа, оживем. Серьезно. Опа. Блин, они вообще серьезные. Творит-то. С двух ударов убивают, надо с ними аккуратно. Так, тут бабки носятся. Лучший выбор — засада. Этих бомжай сразу поубивать. А бабки, они как вороны, из них тоже камушки выпадают. Ну а он — мои души, моя кровь, точнее, по привычке с Dark Souls душами называю. Так, я побежал, чуваки, извините. Извините, простите, я не хотел. До свидания. На-на-на-на-на. Вон они оба стоят. Может, коктейля молотова у них кинуть? Кто этого? Жду мурашек, как будто в хоррор. А вон он. Тварь. Они очень страшные. А он в дверь не может выбежать, что ли? Дурачок ты мой. А? Берегите маленькую даму. Смешно. Так, ну я понял, что с ними делать. Они вообще в оське. В двери не забегают, что верхние, что нижние. Ну, кстати, дверь открывается с другой стороны.
Так, вот тут у нас еще один. Вон он. Нормал. Всех вот так бы. И чё тут, ради чего все это? Сильного врага ждет впереди. Ну, чё-то мне неохота пока туда суваться. Сильного врага. Так, ну ладно, давайте пойдем. Тогда наверху еще одного убьем. С них нормально крови сыпется. Вон он, тварина. Иди сюда. Иди сюда, ты говно, жопа. Заряд. Баба. А вот теперь убегаем. Сейчас этот дебил тут застрянет. Ага, лох. Ох ты, блин. Он даже так страшен. Нормально я их одурачил. Так, тут где-то за колонной еще бабка пряталась, я помню. И вот она, тварь. С камушками. Ну и все. Очередная церковь. Город церкви реально. Так, пойдем на улицу. Кто тут топает? Ебать, это здоровый хряк. Норма, нашел, как его убить. Три тысячи за хряка. Вот это норм. Он меня траванул, правда? Давайте, у меня тут противоядие было. Узрите бледнокровные небеса. Очистим улицы от скверны. Тут что? Собака. И мужик с мешком, нет уж, спасибо. Опять его, что ли, до туда везти? Ну хотя, вариант. Так, мне надо пистолет, чтобы его приманить. Две собаки. Надо заманить их внутрь церкви. Иди сюда. Вон она. Иди сюда. Псина.
Вторая он. Так, а где мужик с мешком? А вот и он. Сейчас мы его заманим туда же, в то место. Вот он. Обхитрим сейчас мужика с мешком. Он еще какое-то колдовством владеет. Так, но он еще красным не загорелся, чтобы бежать. Плохо! Блин, стрёмный, конечно, урод. О, все, бежим. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну что ты, мужик? Иди ко мне. Этой штукой в него потыкать. И сюда. Ха. Нормально я его заманил и убил, красавчик вообще. И свинью норм убил. Ну реально, тут много хитрых всяких способов. Так, ну тут, я думаю, никого больше нет. Музыка просто зловещая. Хор. Кровавики. Холодная роса. Дверь. О, а это я сюда попал. Хм. Бесполезный проход. Собаки. Блин, собаки страшные. Боюсь собак. Узрите, бледнокровные небеса. Так, собак как-то надо, может, по одной. Как они тут оставили эти надписи? А, нифига. Сапора, обращайся аккуратно. Тут что же было, уж пропало. Так, одну бы выманить. Песик, иди ко мне. Давай. Фас. Доги-доги. Лает скотина. Она так еще бегает зигзугами. Нету засад никаких. В
Берегитесь, метательный предмет. Заперто. Знание безумца. Второе. Третье. Ух ты, железный шлем с черным капюшоном, одеяние Яргула. Нормально, давайте. Не будем тянуть. Железный шлем, который носили охотники духовной деревни. Охотники Яргула отвечают перед основателями деревни, школой Менсиса. Охотники только по названию, эти похитители носят черные капюшоны, чтобы скрыть свои глаза. Этот шлем из металла, что редкость для охотничьего наряда, хорошо защищает, но только от физических атак. Ну да, от физических лучше, от остальных хуже. Ну давайте, окей. Я обычно от физических умираю. Черное одеяние. Толстая черная фуфайка охотников духовной деревни. Охотники Яргула отвечают. Было созданное преимущественно для отражения физической атаки. Плетение толстой веревки служит для защиты владельца и для сдерживания врагов. Ну да, наоборот, вот типа. Создан основной для того, чтобы поражать физические атаки. Перчатки. Ну и штаны. То же самое. Еще юбка у меня есть. О, какой я теперь бомжеватого вида. Я, кстати, вот таких двоих убил же. Вместе с этой, как ее, Генриеттой, которая мне помогала. Скрытый путь, от них тут воняет. Или Олгун. Ну да, вроде бы... как будто скрытый путь, но пройти туда нельзя. Поверни назад. Действительно, тут закрыто. А вот тут что-то есть. Бешеная холодная роса. Так, ну окей, тут все вроде. Надо теперь в другую сторону улицы. Вторая свинья шли там где-то. О! Насекомая. Безопасное место ждет впереди. Вы пришли куда надо, костер ждет впереди. А, это я сейчас вернусь, типа, внутрь, с боковой двери. А вот, да, теперь я от лампы могу сразу вот сюда быстро побежать, отлично. А вон с той стороны нет, походу. Не нашел я там. Наверное, из этих больших ворот туда проход. Ну, отлично, теперь я могу вот так, если умру, оббежать по боку. Это удобно. Тут что у нас? Предмет ждет впереди. Холодная кровь. Блин, музыка вообще бешеная. Отголоски крови. А вон и хряк. Здоровый сволочь. А тут лифт. Устройство не работает. Так, туда лучше, наверное, не прыгать. Ну да, это какой-то еще один шорткат, видимо, на будущее. Странная ваша локация. Такая странная, сюда попал. Собаки. Да, там собаки. Свинью убить, дальше проще будет. Вопрос, как свинью убить. Ладно, выстрелом-то из пистолета я ее выманю. Куда бежать потом? О, нифига, она меня сама запалила.
Опа, она уж тут. Капец. Где мой молот? Хрюша. Так просматривает. Нет? Ух ты! Ха! Ну, это по сути баг, но зато убил. Зато убил. Блин, а он там здоровый жлоб, да? Это мне его везти опять до туда. Молниевая бумага. Это неплохо. И много собак. Надо их как-то по одной. Все сразу они меня загрызут. Убегаем. Они не погнались. Кстати, их можно выстрелами убивать вообще. Довольно много снимает. 3-4 выстрела, и собака мертва. 4 выстрела. Твари! Фу, фу. Я думал, сейчас загрызут. Еще их вон 4 штуки точно. Надо по одной. По одной с ними можно. А, нифига себе, нифига себе. Трэш, псины. 6, нифига себе. Вот, блин, отстой. Так, как теперь-то, что делать? Ладно, у нас есть шорткат туда. Даже, мне кажется, свинью можно обойти. Вот тут поверху. Кстати, мне кажется, я могу вот отсюда всех собак перестрелять, не? Так, а случаем моя кровь не усвинили? Да не, вроде нет. Блин, ну вообще по-хорошему надо все зачищать опять. По-хорошему надо все зачищать. И начать с вот этих ублюдков. Не наглейте, пацаны. Идите сюда. Не-не-не, так это не работает. Поближе подходи.
Какое-нибудь копье вообще не помешало бы. Минус 27 тысяч душ. Шикарно. Да уж. Ну что, вторая попытка. Все будем сейчас зачищать опять. Твою мать, прям у лампы огреб. Иди сюда. Блин. Они что-то осатанели. Иди сюда. Отголоски крови получено 0 штук. Готов. Блин, ну жалко, конечно, те мои все души. Нормально его. Окей. Так, бабка за колонной. Теперь свинья. Свинья тут хорошо, у меня тут раз посреди текстур застряла. На. Эй, Хрюша. Твою мать, она выбралась. Окей, одна есть. Теперь надо также выманить вторую. Хрюша! Твою мать! Бежим! Thank you.
пятак высовывает. Давай. Ну, это, конечно, обманный маневр, но действенный. Так, теперь бы нам как-то с собаками разобраться по-человечески. Тут очень много. Только по одной вообще собак можно. Только по одной. Кстати, кроме первого уровня, больше крыс нигде не было больших почему-то. На-на-на. Давай, иди сюда. Гав-гав-гав. Сюда. Отлично. Следующая. Готово. По одной. Иди ко мне. Доги-доги. Доги-доги-доги. Давай. Следующая. А вон еще одна за углом. Доги-доги. Блин, он там две доги и большой тип. Вот это самое трудное будет. Так. Вон еще одна. Иди ко мне, доги. Отлично. По мне рейтинг. Какой рейтинг? А типа плюс ему поставить? Специальные предметы, от них тут воняет. Так, выстрелить и убегать, я думаю. Он бежит. Отлично. Нам бы вторую доги выманить. Пришли куда надо. Каменные ворота. Так. Ну вот этого надо довести, значит, до церкви, да? Это займет много времени. Можно его, конечно, попробовать уебать со всей дури. А теперь вот бежай. Так, а он отстал.
Блин, сейчас будет опасно. Обернется, нет? Шикарно. Я красавец. И ради чего все это? С Метаморфорс обращайся аккуратно. Тони трус. Тони трус? Тони, почему ты трус? Что это? О, оружие. Уникальное оружие, придуманное Арчибальдом, печально известным чудаком из мастерской церкви исцеления. Чиркнув этим причудливым железным кистенем, вы получите те же искры, что покрывают черных чудовищ. К сожалению, по неизвестным причинам, охотники времен Арчибальда так и не привыкли к этому устройству. Давайте посмотрим. Да ладно. Офигеть, офигенно. Вот это класс. Ну что, а кто против меня? Конечно, 20 тысяч, то что я потерял, это печалька. Ну ладно, зато вроде эту локацию практически расчистили. Остался только в подвале тоннели. Кстати, в подвале получается все опять живы. Тюремная карета, что ли, не пойму. Вон тоже какие-то мосты. Ну все, тут походу все. Остался только нижний уровень. А знаете, что думаю? Давайте вернемся, прогрейдим новое оружие и потом уже пойдем вниз. Как раз еще убьем этих пару, заманим в ловушку здоровых с мешками. Крови поднаберем. Так, во-первых, все починить. Во-вторых, усовершенствовать. Ух ты. Нет, давайте Тони Трус. Тони Трус. Раз, два, три, четыре, пять. А, нормально. Забафал на пять. Пистолет не вижу смысла бафать. Так, совершенствование кровавого самоцвета. Рост силы. Давай вот так. И вот так. Норм, забафали. Так, еще какую-то руну я новую нашел. Луна. Приобретает больше отголоску крови. Тайный символ Карила, мастера по рунам из Бирнгельверта. Транскрипция слова «Луна», как его произносит великий обитающий в кошмаре. Добудьте больше отголосков крови. Великие, которые обитают в кошмаре, благожелательны по природе, часто отвлекаются, если их призвать на помощь. Это хорошо. Давайте вот место наследника. Вот. Больше отголосков крови — это всегда хорошо. Ну и думаю, один левел я могу качнуть. Так бы два качнул, если бы собаки не убили. А, мне даже на один не хватает. Давайте, у меня была там какая-то а-ля... Во, сколько я набрал. Одну давайте. Нельзя? А почему нельзя-то? А, я типа был в диалоге с ней, что ли? Вот. А теперь хватит. Нормально уже на левел, почти 15 тысяч мне надо.
Чё, качнем? Давайте ловкость. Спасибо. Ох, луна какая. Ну что, давайте на этом и закончим это видео. И в следующей части продолжим в этой деревне Яргул. Пытаемся найти оттуда выход в какую-нибудь соседнюю локацию. Ну и посмотрим, что можно сделать интересного еще. С вами был Сергей. До скорых встреч.